Так, дорогие мои друзья, всем доброе утро. Утро пятницы, 21 января. Одной рукой мне вообще неудобно. Мы собираемся ехать в город. Так. Выкидываем помойки. Едем в город. И в магазин надо. Вот так посмотреть. Сегодня у нас опять пошел снег. В общем-то, одной рукой просто держу, завязываю. У меня с собой моя проектная сумочка Верочки. Там у меня носочки лежат. Видите, бутылки носы? Взял? Да. Еще там две. Сейчас я возьму. Собираем просто мусор, выкинуть все. Бутылок от воды скопилось очень много. Едем мы за 3 дня. Все. И подъели. Ну и так проедемся. Посмотрим. Так, по мелочи посмотреть. Во вторник мы сюда приехали. Вот. Так что едем прогуляться чуть-чуть. Уже сейчас утром у меня была трудотерапия. Так как снег идет, с лопаты пробежалась немножко. Ну, пока мы съездим, опять накидают девочки всего. Так, там в ящике что-то лежит. Ну, я оплатила уже все. Так что вот так вот. Вот такие вот у нас дела. Дверь ты закрывай. Нет, эту, от дома-то. Так что вот так. Вчера вязала, сидела до 1:30. Путинели гнала. Один рукав у меня 100 рядов. Хочу за 3 дня его все-таки закончить. Путинели. Прям установку себе даю. Хочется мне его закончить уже все. Один рукав 100 рядов, второй рукав 80 рядов. Не знаю, сколько надо, но по 150 рядов это точно надо на рукав. Вот вечером сегодня засяду ударно, посмотрим, как получится. Все, мы поехали, буду включаться. Итак, девчонки, добрый вечер. Сегодня еще пятница, в общем-то. Ну, время сколько? 6:30. Время. Я решила подключиться. В общем-то, я не успела оглянуться, и день прошел. Да? Я на кухне. У меня тут варится, парится, готовится. Думаю, дайте я с вами немножко поболтаю. День пролетел. Просто пролетел. Вот начало ролика вы посмотрели, да, мы выезжали. И уже время бац, и 6:30. Что сделали мы за это время? Ну, мы ездили в город. Вот, пока в магазин, пока там в поликлинику в одну заезжали, Владимир Александрович. Но отбросили эту затею, записались, в общем-то, к стоматологу нам надо было, Владимиру Александровичу. Записались в итоге все равно в нашу, потому что, ну, здесь как-то не приспособлено. Я вообще считаю, что нужно ходить к стоматологу, именно к тому, к кому ходишь. Вот. И вот, в общем, пока мы прокатались, уже день бац и прошел. Мы, естественно, затарились продуктами, как и планировала я. Вот. Занято. А что? Я думаю, мы чем будем обшивать? Так, мне пришлось поставить девочки на паузу, потому что Владимир Александрович пришел, надо было обсудить один вопрос. Вот, в общем, мы проехались по продуктовым магазинам, там все купили. Мы заехали на строительный магазин, тоже брикеты мы купили. Я купила уже семена на рассаду, да, мне прям уже хочется, так знаете, очень хочется весны. Прям весны хочется, прям... Не могу как говорится. Вот. Так, прерываюсь. И вот так очень часто, да, как только я захочу поболтать,
Обязательно приходится мне прерваться. Ну, у меня тут еще и варится. Я кашу поставила молочную на завтра ему варить. Овощи на винегрет. Так, что я рассказывала. В общем-то, мы катались-катались. И прошлую неделю, когда я здесь была, я, по-моему, рассказывала, что мы нашли дрова и перевозили на нашей маленькой машине дрова. Вот, и та лесопилка, где мы брали дрова, там есть, как нам подсказал человек, у которого мы покупали эти дрова, там есть ламинат. И ламинат очень по привлекательной цене. Мы в прошлый раз заехали, там было закрыто. А раз уж мы сегодня были в городе, мы решили заехать, посмотреть. Вот, было открыто. В общем, мы купили ламинат. Купили мы ламинат на большую комнату. Я хочу сказать, что очень получилось выгодно, потому что мы купили ламинат, мы купили подложку. Оказалось выгодно купить его, поэтому мы и купили. Я посчитала, если бы я заказывала из Leroy Merlin ламинат, да, плюс подложку и плюс доставку. И разница вот с этим ламинатом, который мы сейчас привезли, разница составила, ну, вместе с доставкой, 7000 рублей. То есть, получается, на 7000 рублей мы купили дешевле. Как я говорю, на эти деньги можно купить здесь, в Куровской, поискать какой-нибудь диванчик. Поэтому мы купили ламинат. Так, я вас немножечко потереблю, да, девчонки, варю. Как я и сказала, у меня тут варится, парится, в общем-то. Кашку я варю сейчас. Геркулес. Покупается здесь специальный геркулес. Он, знаете, какой прям плющенный такой геркулес. Мы у одного дяденьки покупаем. Там и сухофрукты у него хорошие. Вот. И он прям плющенный. Необычный геркулес. Вот. Ну, не знаю, не видно будет. В общем, он такой, знаете, как берется это зерно и сплющивает его. Ну, считается вроде как по содержанию там витамин, наверное, каких-то полезных свойств, веществ более такой полезный. Ну, дома у меня обычный монастырский геркулес. Я не заморачиваюсь. Так вот, купили, в общем-то, мы ламинат. Разница экономии составила 7000 рублей. Я считаю, что это очень хорошая разница, да? Покрутимся с вами. Я просто хочу, чтобы вы меня видели. Разница 7000 рублей – это приличная цифра. И на эту цифру можно купить что-то, ну, нужное для дома. Вот, пока приехали, пока все разгрузили, ой, пока все занесли, пока печки натопили. Я сейчас хотела лечь поспать даже, да, знаете, как-то меня прям разморило так. Вот, думаю, посплю. Но нет, Владимир Александрович говорит: Тань, а говорит, у нас окна не зайдут через этот, через люк. Мы же окна заказали на второй этаж. Давай с ним смотреть. Ну, в общем, не зайдут у нас на самом деле окна. Вот. Что мы будем делать? Когда окна будут готовы, естественно, мы скажем дяденьке этому, который будет нам звонить. И окна мы будем поднимать через улицу. В общем, через окно. Ну, это как бы нормальная практика. Лестница у нас есть большая. Лестницу мы купили. Веревки. И они привезут. И у нас есть веревка. То есть будут закреплять, фиксировать. И я, наверное, буду молиться, чтобы они подняли их нормально. Потому что все-таки это тяжелая вещь. Поэтому. Вот так. Ну, а по-другому их никак туда. То есть их в любом случае нужно было бы через улицу. То есть поднимать через улицу. И будет тогда, как говорится, счастьем. Я сейчас закончу салатиком.
Можно обычный овощной салат. Огурчик, помидорчик, перчик, красный лук. На улице у нас сегодня, вот как вы увидели, да, в начале видео, нас прям вьюжит и вьюжит, вьюжит и вьюжит. Мы уже и лопатой поработали. И утром, и когда вот приехали, после того, как мы разгрузились, прям так хорошо вьюжит. Завтра, видимо, будет опять все в снежных заносах. Ну, завтра мы никуда не едем, завтра суббота. Ну, и в воскресенье мы тоже никуда не поедем. Посмотрим, может быть, в понедельник съездим до магазина. Но это есть... Ну, вода у меня закончится, наверное, да. Может быть, мы поедем в понедельник. Ну, может быть, в воскресенье. Посмотрим. Пока не знаю. Потому что воды очень много расходит. Ну, питьевой. Муж говорит, хоть из колодца давай. Ну, как-то мне не хочется из колодца. Красный лук. Люблю красный лук в салате. Режет прям глаза, такой сердитый. И вот я, в общем-то, поспать у меня не удалось, да. Я пошла, водички принесла себе еще ведром. Потому что постоянно что-то мою, что-то тру. Вот. Вот прям глаза аж режет. Я сегодня, когда вот освободилась, кстати, посмотрела, проверила почту. И мне скинул склад парсел счет. Вот. Вроде кто, девчонки, что заказывали, там вроде у всех есть. Все. Ну, более уже я скину, естественно, счета. Сегодня вечером. Поедем забирать на следующей неделе, потому что сына спросила, я говорю, ты когда сможешь? Он говорит, пока не могу сказать. Ну, он работает, он же не всегда может. Но если он не сможет к тому моменту, как мы приедем, мы поедем домой во вторник, то я Владимиру Александровичу сказала, говорю, когда в среду утром поедем забирать. Потому что вторник 25-й я записала к стоматологу на 2 часа. Вот. 26-го вроде готовы должны быть окна, и он приедет сюда обратно. Я уже не поеду. Я буду уже дома. Посмотрим, в общем-то. Там будет новая носочка на складе, на парсуле. А точнее будет на кабоха. Я... взяла и на кабоха новую. Не сильно по много, девочки. Потому что у меня очень большой счет вышел. На большую сумму. Гималайи взяла сокс, да, кто был записан. И взяла Happy Fit. Happy Fit не весь в наличии. Что смогла взять, взяла. Ну, а что не смогла взять, будем брать в следующий раз. Поэтому на очень большую сумму у меня вышел этот счет. На приличную, у меня сейчас едут оплаченные мною грузы из Казани, грузы из Ярна. Я никому счета не выставляла. Поэтому вот так. И что я опять хочу сказать, возвращаясь к теме наших не очень ответственных участников закупки. Я на той неделе выставила доска позора. Может быть, это жестоко, может быть, я не спорю, доска позора там, да, звучит. Как-то не очень, но, девочки, если вот есть девушки, которые не забирают свои заказы, да, вот сейчас, например, по последним моим рассылкам, Краснодар оплачен, Швейторг, все оплатили, Урал, одна девушка не оплатила, хотя была в сети, а заказывает первый раз она у меня, ее сумма заказа где-то около 2000. Дальше. Перед тем, как я сюда приехала, я привозила пряжу, да, носочную. Вот, Регина была. По Регине не оплачено тремя девочками, если я не ошибаюсь, тремя девочками моточки. Естественно, я знаю, что вы у меня их заберете, есть там на них очередь, но сам факт, да, три девочки не оплатили. И по Швейторгу следующая была закупка, ой, по Лизе Супервош. Следующий был приход, там тоже несколько человек не оплатили. Я когда вернусь домой, я опять сделаю доску позора. Ну, если вы, да, девочки, которые смотрите и не забираете пряжу, не уважаете мой труд,
Почему я должна уважительно относиться к вам? Да? Я, когда лежит у меня носочная пряжа, да, или любая пряжа, вы заказали, я счет получила, значит, я должна его оплатить. Мне пряжу поставщик не уберет из заказа. Мне не нужна ваша пряжа. Если мне нужно, я себе сама куплю пряжу. Мне не нужна именно ваша пряжа, да, я уже об этом говорила. Я, если мне нужна пряжа, я ее беру себе и покупаю. Ту, которая мне нужна. Я не хочу себе брать пряжу, которую вы заказывали. Вот, значит, я приеду домой, снова вывешу отличившихся девушек на доску позора. Возврата с доски позора ко мне в закупку нет. Нет и не будет, да? Я не сижу и не жду, когда вы решите забрать свои или приобрести у меня 3 моточка, девочки. Поэтому без обид, да, я уважаю себя, я уважаю свой труд. Я ценю свое время, которое я трачу на пряжу. И это достаточно много времени уходит, да, и времени, и сил, физических сил, между прочим, да. У меня задействована в этом вся семья. У меня сын ездит, забирает со складов пряжу. А бабушка, которая 70 лет, наша мама, да, она ходит на почту, отправляет посылки. Дочь моя тоже помогает ей отправлять посылки, да, помогает мне разбирать пряжу. Муж мой тоже ездит за пряжей, ну, когда дома он был, сейчас он в основном все на даче. У нас вся семья задействована. И почему я должна относиться как-то к вам по-другому, если вы не уважаете мой труд и труд моей всей семьи, да? Для этого и есть, девочки, правила. Я для этого их сняла, чтобы прежде чем заказывать, вы их, ну, ознакомились. Вы их повторили для себя и решили для себя, нужна вам пряжа или нет. Если я уже неоднократно говорила, я не знаю, вы знаете, вот у меня ощущение такое, вот слепой с глухим разговаривает. Я неоднократно говорила, если вам нужна срочно пряжа, не заказывайте у меня, закажите в интернет-магазине, любом, да, вам быстренько вышлют. Зачем вы заказываете у меня, если вам нужна срочно пряжа? Не понимаю я. Не понимаю я такого отношения, да. Все мы люди умеем договариваться. Вот как мне девушка написала, а вы не думали, что у меня могло что-то случиться? Я не думала. Если у человека что-то случается, он не сидит в сети. Вот просто не сидит в сети. А если бы, не дай бог, у нее бы что-то случилось, да, естественно, она бы написала, там, Татьяна, я не могла ответить, там, да, я там была в больнице, ну, неважно, да, какая-то была причина для этого. Естественно, я бы извинилась и убрала бы человека с черной доски вот с этой. У меня тоже, я похоронила в прошлом году своего отца, да, который у меня умер от ковида. Я сама болела ковидом, да, тоже и пряжу разбирала, и ремонт делала. То есть мы люди, и мы люди, которые у нас есть язык общения. И если я не в состоянии, когда я болела этой прекрасной, прекрасных кавычках, болячкой, я написала, что пока выкупов не будет, не будет. Когда что-то случается, да, мы об этом говорим. А если человек игнорирует мое сообщение и сидит в сети, значит, у него все прекрасно. Все прекрасно. А уже потом, когда я его повесила на доску позора, очухался человек и говорит, ой, ну как-то это прям серьезно, ну, не, ну можно же было по-другому. Нельзя было. Нельзя. Потому что вы не уважаете ни меня, ни мой труд. А почему я должна к вам относиться по-другому? Ну вот как-то вот так. Это... Причем вот то, что я сейчас говорю, это уже я неоднократно говорю. У меня основная масса, я очень рада, да, девчонок, которые со мной давно, которые со мной в группе, у меня в закупках. Вы все большие молодцы, вы все знаете правила. Мы с вами вместе уже достаточно давно, да, там 2 года. Кто новенькие приходит, со всеми срабатываемся. Ну, просто надо, вне зависимости от ситуации, у нас вообще в стране, оставайтесь людьми. Просто элементарно оставайтесь людьми, и вам же самим будет легче жить. Все. По Регине, да, я писала неоднократно, девочки, проверьте свои заказы. Кому не актуально, выпишитесь. Я даже писала, кому не актуально, напишите мне сообщение, да. Есть у меня девочка, которая написала, Таня, ну, у меня там сложности, да, не знаю, какие материальные или еще что-то, не, это не важно.
Все, она мне написала, я быстренько ее заказ удалила и отдала другим девочкам. Все, в этом нет проблем. Потому что мы можем договариваться. И эта девочка будет у меня участвовать в закупке. Потому что мы обсудили все. Обсудили. Вне зависимости от правил, да, заказал, не заказал. Я просто понимаю, что заказ на Регину девчонки оставляли давно. Я поэтому даже в группе написала, проверьте, не актуально, напишите мне. Ну, я опять же понимаю, что я сейчас говорю, это я говорю в пустоту. В общем, вот так. Сегодня, девочки, пятница. Вроде должно у меня быть нормальное настроение, да? Вот кашка у меня тут уже подходит, на подходе. Ну, просто геркулес я беру долгий. Всегда не быстрый. Я не беру быстрый геркулес. Кто берет быстрый геркулес и думает, что он быстрый и полезный, ошибаются в этом, девочки. Он не полезный, менее полезный, скажем так. Чем дольше он разваривается, тем больше в нем полезных веществ. Это 100%. Поэтому я не беру никогда быстрый геркулес. Я беру самый долгий. 20-25 минут. Самый, ну, вот этот тоже, который плющенный, да, он в развес идет. Его тоже, ну, минут 25-30 можно варить. Ну, каждый выбирает, кому что нравится. В общем, девчонки, рассчитывала я сегодня в дороге повязать. Пока мы ездили, но я вообще не повязала. Я буквально провязала там несколько рядов. А несколько, это рядочка 4, наверное. И все. Я то карту смотрела, то ходили по магазинам. То одно, то другое. В общем, совсем-совсем не повязала. Так, я, смотрите, сколько накупила. Девочки, семян. Семян, вот такая пачка семян. Представляете? Целая-целая пачка. Я уже весны хочу. Одну редиску. Редиску буду сажать в теплицу. В марте, наверное, да? Когда ее там можно сажать, в тепличку. Ну, будем смотреть по погоде. В теплицу посажу. И две капусты, и два кабачка, и щавель. Укропчик я также туда в тепличку посею. Укропа 3. Кориандр. А, салатик. Салат я даже купила. Называется московский парниковый. Я надеюсь, что его в парник можно будет. Я его тоже туда с редиской посажу, в теплицу. Я так хочу, я уже соскучилась. Еще укроп. Петрушка, петрушка, укроп, укроп. Базилик. Ну, базилик на рассаду. Я выращиваю базилик рассады. Я уже выращивала. Тын-тын-тын. Да, в апреле. Пусть будет. Я уже первую партию закупала у меня дома. Ну, там закупала я помидоры, баклажаны, перцы. Когда в феврале буду сажать рассаду, хочу сама. Правда, я не знаю, где они у меня будут стоять. У меня дома заставлены окна все цветами. Придется куда-то все это убирать. И набрала, девчонки, всяких бархоток. Я очень люблю вот эти бархотки. Желтые, красные. Вот бабушке отвезу, она будет рада. Она их тоже любит. Бархотки, астра, астра белая, розовая. Я хочу всяких разных цветов насадить. Вот, и взяла я еще почвотаблетки, в общем-то. 20 таблеток. Это я буду использовать, ну, это торфяные таблетки, я буду использовать для выращивания рассады перцы, баклажаны и помидорки. Я соскучилась, я уже давно не выращивала рассаду. Торфа, горшочки я в прошлый раз ездили, мы купили. Тут они недорогие, поэтому... Ну вот сейчас что-то за семена, вот за вот все семена, вот этих 20 торфа-таблеток, 700 рублей я отдала, дорого как-то. Итак, девчонки, доброе-доброе утро всем. Утро субботы, время где-то 10, наверное. И у нас утро, как обычно, начинается с чего? С лопаты. Владимир Александрович уже гребет. Ну, снег всю ночь практически валил. Вчера весь день валил. Сейчас тоже что-то заметает, но
немного. Пойду я за своим инструментом. Тучи такие, знаете, серые, прям вот эти снежные. Снежные. Так, пойду искать свою лопату. И вот это окно, вот на втором этаже, тот окно мы будем менять. Но мы вчера поняли, что мы не поднимем через дом окна туда. Придется отсюда, с улицы. Ну, муж говорит, там стекла вынимаются, рамы вынимаются. В общем, каркас надо поднимать. Ну, привязывается веревками. И он будет подниматься. Снега очень много. Ветер такой достаточно холодный, хотя на улице всего где-то минус 5. Вот этот ветер с этой поземкой, да, как ее назвать правильно. Дома я сейчас сидела, вязала, пока кофе пила. Так хорошо, тепло. На улице так не очень тепло. Ну а что делать? Размяться же нужно, да? Как говорится, на зарядку выходи. Так мне вчера Татьяна написала. Стимулирую на подвиги махания с лопатой. Ну а что делать? Так хоть как-то можно размяться, да? Да. Вот я вчера здесь вот все расчистила до ворот. И опять оно, естественно, намело. Намело. Все замело. Ну что, беру лопату и поехали, как говорится, да? Не будем терять времени. Поехали. Трудиться, размяться же надо. Немножко, я совсем немножечко почистила. У меня уже дыхание сбилось. Я еще даже не дочистила полностью до ворот. Вот, мне еще осталось 4 метра, наверное, 5 до ворот. Фух. Дыхание сбивается, в общем-то. Это неудивительно, потому что все равно, как ни крути, это физический труд. Такие шапки снега на крыше, посмотрите, очень много. Ну, это скот-двор, да, сарай. Тут скот-двор, тут сарай, сеновал. Тут скотина была, тут
Это корова была в свое время. Вот. А там курятник. Естественно, он весь завален. Двери нет. Вот. Это летний курятник, да? И там вход, в общем-то, есть в теплый курятник. То есть курочки могут проходить. Там зимний курятник, он с дверью, там свет, лампочка. Ну, все такое, знаете, старое, деревенское. Я не люблю такие вещи, ну, вот эти вот старые, которые грязные, да, для меня. Поэтому как-то пока меня это останавливает. Но, возможно. Я весной куплю несколько курочек. Ну, если Владимир Александрович будет не против. Вот, ну, курочек на яйцо, а потом куда их деть, я не знаю. Соседу отдать на зиму. Не знаю. Мы же уезжаем. Ну, может быть, автокормушки, там автопоилки. Все равно муж часто здесь. В январе так мы вообще все время здесь. Да? Посмотрим. Вот. Это пока такие маленькие планы, скажем так. Вот. Но я к чему это все? Дело в том, что скот-двор есть. Можно держать скотину. У нас здесь у всех и козы, и гуси, и куры, естественно. Ну, мы же в деревне. Сугробы. Мы уже баню скоро завалим сугробами. Очень много снега. Не знаю, куда все поплывет, куда все это будет таять. Это капец. Если честно, просто капец. В общем, вот так. Сейчас у меня маленькая-маленькая передышка. Я до ворот дочищу. Пойду к гаражу, а муж будет там делать тропку, не знаю, каким образом, но он в течение дня будет делать, чтобы ко второму окну с другой стороны сделать дорожку. Это окна, если с той стороны еще будут подавать. У нас же два окна, одно на эту сторону, одно на другую. Не знаю, почему нельзя оба поднять с этой стороны, где почищено, но вот у мужа что-то такая идея фикс, что надо вот так. Ну, если надо, пусть чистят. Я помогу, конечно, постольку, поскольку смогу. Вот. Что так? Пойду дальше. Махать лопатой, а потом пойду повяжу. Мне сегодня надо винегрет настругать, курочку запечь. Все. Так что это все быстро делается. Все, пошла, девочки. Передохнула немножко. Надо дальше погребсти. Итак, девчонки, у нас сегодня воскресенье, 23 января. У Владимира Александровича сегодня день рождения. И наши дети приехали к нам в гости с сюрпризом. Владик позвонил на телефон, говорит, выйдите. Вышли, а в общем-то там нас ждал сюрприз. И вот приехали дети, привезли маленького ребенка с собой, вот этого. И сегодня у нас праздник. Так что, воскресенье день хороший. Вот она, кабачок такой. Так, вот он у нас, самый главный человек нашего мероприятия сегодняшнего. Ну, не человек, наш детеныш маленький. Маленький наш детеныш, вот такой. 2,5 месяца этой девчонке. Носик сердечком, это мини-бультерьер. Пока родители все разбрелись на улице, готовят шашлычок, мангальчик готовят. Вот ребенок со старшей нашей девочкой Кирой под ее чутким присмотром кукует тут, да, Криспи. Фотогеничная моделька. Вот она, красота. Бегает, все пропылесосило везде своим носом. Все ей нужно посмотреть, все ей интересно. Маленькая девчонка. Вот такая красивая девчонка. А ты не будешь раньше складывать? Ну, помыть его надо. Ты будешь сюда складывать. Так, мужчина наши готовит нам шашлык. Шашлычок. А мне она нужна сейчас, потом плевать. На, будешь мыть-то? Ну, положи, я пойду в дом, я помою. Все. Итак, друзья мои, доброе-доброе утро всем. Сегодня 24 января, уже понедельник, время 10 утра. Я сижу свой, пью кофеек утренний и вяжу
Вяжу я все путинелли. Девочки, путинелли у меня кажется какой-то он нескончаемый. Я вот никак не могу победить эти рукава на самом деле. Но я очень надеюсь, что сегодня я его просто обязана довязать. Потому что сегодня мы еще на даче. А завтра мы уже уедем домой утром. Вот. И мне хочется сегодня его довязать. Отснять по двум путинелям видео. И сделать фотографии. Но как-то вообще, девочки, я хочу сказать, прям вот реально-нереально он долго у меня вяжется. Я вот сейчас, у меня Владимир Александрович проснулся, он еще сонный, весь обубнился. Я по-быстрому, я говорю, давай меряй. У меня вот первый рукав, манжет связан, ниточка закончилась, я ее всю извязала. Думаю, я примерю. Ну, еще манжет маленький, я прям быстренько-быстренько на него померила. Буду довязывать уже, ну, другим цветом. Но я поняла, что мне совсем-совсем чуть-чуть совсем, девочки. А второй рукав мне нужно еще 12 рядочков провязать. И я перейду уже на манжетик. Я очень надеюсь, что сегодня я его довяжу. Какой-то нескончаемый джемпер. Просто нескончаемый. Вяжу. Вчера до пол второго, наверное, я сидела и вязала. Ну, где-то до часу мы с моей Аней болтали по видеосвязи, да? Вот. И все равно вязала уже. Чуть ли со стула не падаешь, но вяжешь. Потому что я домой уеду, и мне некогда будет эту неделю его вязать, довязывать и сфотографировать. Я потом на Владимире не смогу, потому что он буквально один день дома побудет и уедет сюда, потому что должны будут привезти окна. На террасу готовы, ждем теперь на второй этаж, когда они их сделают. Это будет 26 числа, сегодня 24, послезавтра они должны быть, в принципе, готовы. И уже он будет ждать звонка, когда они привезут и будут устанавливать. Вот, поэтому я тороплюсь прям. Сегодня, в принципе, мне ничем таким заниматься не надо, потому что завтра мы уезжаем, не готовить сегодня ничего. Я очень надеюсь. Но я всегда вот так думаю, а потом бац, какие-нибудь дела. Все равно там что-то помыть, посуду помыть, там еду погреть, во двор выйти. Все равно на это время. Вот ходишь. Но он сейчас убежал, я могу сидеть пока вязать. Вот, вчера у Владимира Александровича был день рождения. Утром я, не успев открыть глаза, мне Людочка Красноперова уже написала. Таня, поздравляем Владимира Александровича с днем рождения. Спасибо большое, Людочка, за поздравления. Очень неожиданно и очень приятно было. Вот, и мы вчера сидим такие. У нас музыка тут играет. Я вяжу, сижу этот рукав. Владимир чем-то тоже занимается, не знаю, в телефоне, наверное, ковырялся. Ему сын звонит и говорит, выйди во двор. Или что-то такое, или посмотри там в окно, в террасу выйди. Нет, я вязала. Смотрю, ну, он пошел, и я за ним. Открываем дверь, и, в общем-то, они все стоят. Приехали. Наши все приехали. Ну, сын, девочка его, Кира моя, мама наша. Ну, естественно, маленькая Криспи. Они, главное, ничего не сказали. Я еще Кире такая пол одиннадцатого пишу. Я говорю, Кира, не забудьте папу поздравить, позвонить. И молчит, не отвечает. Как мне потом мать говорила. А мы, говорит, специально не отвечали. Сказали, чтобы не читала, как будто, чтобы мы думали, что мы спим. В общем, вот такие конспираторы. В общем, приехала толпа народа, да, 4 человека и маленькая Криспи. Ну, естественно, как я и говорила, все они с собой привезли, да, я вот чувствовала, никто со мной ничего не обсуждал. Я вот как чувствовала, я говорю, я вот как предполагала, что такое может произойти. Накануне я целую кастрюлю винегрета нарезала, бабушка дома нарезала этого оливье, привезла.
Дети привезли шашлыка два вида, ну, мясо замаринованное. Так что вот так вот. Вчера вот такой сюрприз был для нашего папы. Он очень рад. Он не ожидал, он очень обрадовался, естественно. Так что мы вчера хорошо посидели. Вот они приехали во сколько? Ну, где-то около... Да, они в 12. Ну, около 12 они приехали. Потому что я помню... Во сколько жарить, мы посмотрели время, было 12:08. Да, они где-то приехали, наверное, 11:30. Вот, так что... А уехали они где-то 7:30 вечера. Они вообще здесь были первый раз после ремонта, да? То есть они не видели маленькую комнату, как мы сделали. Ничего не видели. То есть в этой комнате тоже они не видели ни потолок, ни стены, ничего. То есть они... Первый раз приехали вот и увидели. Ну, естественно, им все понравилось. Так что вот так вот, девочки. Вот такой вот нас сюрприз вчера ожидал. Но я говорю, я вот как чувствовала, предполагала, что такое может быть. Владик придумал, говорит, не будем говорить, поехали. Ну, вот сюрприз нас такой ожидал. Ну, это приятно. Поэтому я вчера, девочки, естественно, не вязала. Вязать стала только уже поздно вечером, где-то в 11. Вот. А так я бы вчера бы его закончила. Но, увы. Плюс, девочки, мне еще надо каким-то образом быстро довязать носок. Мой носок, который я вяжу в рамках совместного проекта «Носочная коробочка», совсем не вяжется. То есть я вот, когда вяжу, я вяжу только путинелли. Вот он у меня связан, пятка связана. 8 рядов связано от пятки, стопы, и все, и мне его надо по-быстрому связать. Завтра будем ехать домой, я его в дороге, конечно, буду вязать, но это 20-30 рядов максимум. Если я сегодня путинелли свяжу, я постараюсь очень ударно довязать этот носок. Ну, хотя бы стопу подвинуть, побольше продвинуть. Но мне надо сначала осилить рукава. Чтобы их осилить, убрать все кончики, отфотографировать его на своем обладателе, да? Вот. И все, как говорится. Сегодня у нас за бортом минус 12, но светит солнышко. Вот тут вот в поле, там далеко-далеко, вижу туман такой. Так что вот так. А завтра едем домой, и меня уже... Ждут дома два больших баула. Один баул из Ярна, второй баул из Казани. Что еще? Казань я вчера еще заказала пряжу. В общем, меня завалит эту неделю пряжи и следующую тоже. То есть я буду и на работе работать, и приходить домой. Полностью буду заниматься пряжей. Вязать мне будет некогда, потому что пряжи очень много. Прям вот очень много будет. Едут остальные все грузы, да. Сегодня сын еще едет на склад, по идее, должен забрать заказ. Там очень большой заказ, одной носочки там очень много. И мне вот эту всю неделю, пока я дома, мне надо как-то это по максимуму разобрать. Потому что на работу уйду, будет с этим сложней. Моя производительность, она упадет. Так что поэтому я тороплюсь. Вязать, быстрее связать путинелли. Вот и все. Сейчас пойду на улицу, выйду, хоть посмотрю. Я на улице еще не была. Солнышко светит, как весна. В комнате окна я, ну, шторки открыла. Прям капает. Видно, ну, солнышко пекет, припекает и капель такая. Хоть и на улице минус, да? Так что вот так. Все, девчонки, вяжу, тороплюсь, вот, и очень-очень я надеюсь и стараюсь, что я его сегодня довяжу, путинелли свой. Ну, вот спицы двоечка, вот как будто они прям, знаете, еле-еле. Поэтому все, тороплюсь, девочки. Итак, дорогие мои друзья, сегодня еще все, понедельник, вечер уже, да? Я сижу в комнате, пью свой чай. В общем, что хочу сказать. Я довязала свой путинелли. Я только что сделала фотографию. Вернее, я с большим трудом сделала фотографию.
чтобы Владимира Александровича попросить пофоткаться, это очень трудно сделать. Он не очень любит, вообще не любит фотографироваться. Я потом, когда он будет в нем ходить, я пофоткаю. Ну, чтобы он не видел, что я его фотографирую. Все, в общем-то, джемперочек мой готов. Я отсняла по нему и по своему путинелли коротенькое видео, будет также на канале. Вы сначала этот блог посмотрите, а потом я выгружу видео. 475 грамм у меня получился джемперочек путинелли. Все, я очень-очень рада, что я смогла его закончить. Потому что завтра мы едем домой, и у меня будет достаточно кропотливая, трудная неделя. А точнее, 2 недели, девчонки. Первая неделя вот с завтрашнего дня у меня начнется, да, со вторника, по разбору пряжи. Потому что у меня будет очень-очень много пряжи приходить. У меня уже пришло, как я и говорила, вроде... Казань пришла первая, потом пришел Чебоксары, Ярн. Сегодня сын привез домой 3 больших мешка спарсвола, там много носочки. Едет Швейторг, едет Урал. И что еще? А, и еще одна Казань будет. Поэтому ближайшие 2 недели, они у меня будут очень напряженные, очень насыщенные. Все, кто ждет пряжу, девочки, все вы дождетесь ее. Начинаю я работать со вторника, да, ну, с пряжи именно. Вот, а 31 числа я уже выхожу на работу. То есть, соответственно, я буду приходить с работы и буду заниматься пряжей, буду заниматься формированием посылок. В общем, все как обычно. Такие 2 точно напряженных недельки будут. Это уже будет 1 неделя февраля. Вот, я это к чему все говорю. То есть следующий месяц, февраль, я выставлять лоты никакие не буду. То есть я буду заниматься пряжей, да. У меня будет очень много на это времени уходить. Пряжа, посылки, отправки, получения, разборы, съемки, видео. Поэтому февраль месяц я буду сильно занята. И буду вязать пока носки. Шапку мне надо связать себе из норки. Вот я ее как привезла еще 3 недели назад, да, себе шапочку. Так у меня эта норочка и лежит. Сейчас я хочу закончить носочек по совместному проекту «Носочная коробочка», да. Мне уже надо, начиная с завтрашнего дня, сделать отчет по нему, по совместному проекту. А это вот у меня вяжется 2-й носок. Первый у меня уже носочек на блокаторе, он постиран. А вот этот я, так как я активно налегала на путинелли, все время тратила на путинелли, вот, я не вязала ни носочки, ничего. И после этого, как я закончу носок, я начну себе вязать шапку из норки. Я хочу в феврале ее хотя бы поносить. Поэтому... Февраль марафона у меня будет, я буду просто наблюдать и повязывать носочки, но опять же повязывать, когда будет время. Буду готовиться к марту месяцу и буду ждать. Вот у меня норочка будет совмещаться вот с этой ниточкой, с этими блестками. Я хочу, у меня 3 мотка норки, я хочу блестки на верхнюю часть норки, ну, на верхнюю часть шапки. Она будет двухсторонняя шапка, только... одного и того же цвета. Ну и плюс дополнительная ниточка, девочки, будет. Вот. Если я носок сегодня свяжу, время сейчас 7 час. В принципе, есть шанс носок связать. Есть шанс. Но нужно потрудиться, как говорится, поторопиться. То потом я начну шапочку. Вот. Но я очень-очень рада, девочки, что я закончила... Успела связать путинелли до того момента, как я отправлюсь на, ну, назад обратно домой. И дома мне уже некогда будет вязать. Так что вот, на этом, девчонки, я свой влог закончу. Вы его посмотрите завтра во вторник. И встретимся с вами уже в следующих роликах. Во влоговых роликах, правда, теперь не знаю когда.
Ну, в любом случае, буду вас держать в курсе, что происходит, как происходит. Поэтому я надеюсь, что надолго не прощаемся. И скоро мы с вами увидимся в следующих роликах, девчонки. Все. Всем спасибо за просмотры, за поддержку, девчонки. Всем вам легких петелечек. И до новых встреч. Пока-пока.